Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё. К сожалению, прошлую неделю я пропустил не по своей вине. Я пошел на это сознательно, объясню. Дело в том, что там в обзоре участвовал Медитериан Эпсилон. Тот лосьон, который я бесконечно уважаю, он мне нравится. Я просто от него в восторге. Ну, вы уже видели, наверняка в курсе, это уже после того как. Так вот, сегодня вторник, и видео с этим Медитериан все-таки выйдет завтра, 2 числа, несмотря на то, что сам Медитериан попадет на склады Валберис только в среду. Я созвонился с поставщиком, ну, в смысле, списались. Суть в следующем, склады у Валберис все забиты. Отправили туда давным-давно, но у Валбериса там как-то что-то шестеренки, видать, не в ту сторону крутятся. Поэтому Медитериан дойдет еще только-только-только как. Ребят, каждый раз, когда вы смотрите видео, вы видите там какой-то предмет, и по ссылке видео проходите и не видите на сайте этого предмета, это не значит, что все пропало и пора там, все, бежать плохо. Ничего плохого нет. Дело в том, что движение товара все-таки происходит, и если сейчас вы его не нашли, то, возможно, завтра-послезавтра он появится. Надо просто отслеживать эту позицию только и всего. То есть не успевает логистика срабатывать так, чтобы товар был постоянно на полках магазина, любого. Не только этого. Магазин ХЛС, любой другой магазин. Иногда бывают все-таки такие вещи, что вот временно нет наличия. Если его сейчас нет, значит он скоро появится. К сожалению, это происходит из-за того, что Валберис все-таки берет достаточно солидную сумму за хранение товара. Чем больше вы товара завозите на склады, то есть как бы обеспечивая его бесперебойность, тем больше вы будете платить за него средств. То есть вы этого не видите, вы этого не замечаете. Но что Валберис, что Озон, достаточно серьезно настроены организации, которые те предприятия, которые поставляют, те организации, которые поставляют товар на их площадке, они доят как надо, доят. Покупателю, да, это лояльно. И доставка бесплатно, там и тарам-тарам-тарам-тарам. Но за все нужно платить. Слава богу, что не клиенты, но нам приходится. Это я вам так просто вкратце объяснил, почему временно бывает недоступен тот или иной товар. А сегодня? Сегодня я хочу побриться бритвой, которая из серии тех бритв, которые, ну, к ним без подпалки не придешь. Это если душа попросит, если сам как-то, знаешь, так вот внутри что-то вот идет такое, вот хочу я, не знаю почему, вот хочу и все. И постепенно, медленно ты приходишь к опасным бритвам. Еще не зная ничего, еще не зная где, как, почем, сколько все это можно найти, что нужно для того, чтобы начать бриться опаской. Всего этого ты еще не знаешь, но ты знаешь, что ты хочешь бриться опаской. Как это происходит? С чем это связано? Что такое в мозгах у нас у мужиков застревает, что нас тянет бриться опаской? Сие мне неведомо. Могу лишь объяснить за себя. У меня это появилось с тех пор, как я опаску впервые увидел. Я увидел, все, понял, я люблю, я хочу. И я понимал, что я боюсь, потому что, ну, сами представляете, там Фредди Крюгер и все остальные там, или Фредди Крюгер с бензопилой ходил, ну, кто-то там из них ходил с опаской тоже. Так вот, я умом-то понимал, что это тот инструмент, которым можно скрыться элементарно. Это по первости, это поначалу. И только потом, спустя какое-то время, я уже начал понимать, не без подсказки старших товарищей, которые в этой теме уже были не день, не два, не год и не пять, что чем острее этот инструмент, тем им сложнее порезаться. Если ты будешь все делать так, как нужно делать, ну, трудно будет тебе порезаться. Трудно. Это только если специально ты это сделаешь. Ну, тогда да. Ну, где же вы найдете взрослых нормальных людей, которые будут это делать специально? Поэтому я все-таки пришел к этой теме. И сегодня я собрал в этом обзоре знаковые, с моей точки зрения, предметы, которые позволят максимальную пользу для себя извлечь из всего этого. Все те предметы, которые будут сегодня в обзоре, они не простые, они классные. Вот именно поэтому я и надеюсь, что сегодня я кайфану. Вы на крупный план. Смотрите, трогайте, щупайте. Я начинаю, а вы догоняйте. Перед вами герои сегодняшнего обзора. Давайте просто постепенно буду убирать со стола. Кабан, Омега, производство Италия. Не думаю, что его еще можно назвать легендарным, но то, что это достаточно заметный
пимезок. Ага, пимезок. В нашей с вами бритвенной жизни это уж точно. Чем он знаменателен лично для меня, да, возможно, и для многих других. Это один из самых-самых-самых жестких кабановских помазков, которые я, в принципе-то, знаю. Несмотря на то, что он европейский, производится в Италии, сами понимаете, Евросоюз, другого такого, который производился бы в Италии или, например, в Испании или в Португалии, нет. Пожалуй, я назвать не могу. И даже знаменитая «Зенит», которая делает великолепные барсуковские помазки, кабанчик у них и то мягче. Ну и дополнительно напомню вам, что для всех желающих здесь организован добрыми итальянцами загашник, где вы при желании можете что-нибудь для себя на память спрятать. Вот его сегодня и возьмем. Еще одна дополнительная характеристика, не маленький. Ручка, смотрите, какая. Можно держать прям от души. Ну, собственно, и работать он от души тоже будет. Хороших не только для сбивания на лице, но и для сбивания чаши. Раз уж это натуральный кабан, естественно, нужно предварительно замачивать. Хотя не обязательно. Я очень часто не замачиваю, и мне это не доставляет никаких неудобств. А наоборот, только вштыривает. Даже лучше еще массажировать будет. Но сегодня давайте замочим. Так уж и быть. Лосьон после бритья. Второй номер Эпсилон, предоставлен любезно предоставленный магазином Body & Care. Ребят, не знаю, что будет на самом деле, но хочу сказать, что по описанию того букета, того аромата, который предоставляет компании, но это очень замечательное изделие. Я больше чем уверен, он мне должен понравиться, если он хотя бы на 50% будет соответствовать тому, что о нем пишут компании. Наименование букета, вот здесь вот где-то вы сейчас, перечень букета, вы здесь сейчас наверняка видели, хотя в конце обзора о нем поговорим еще дополнительно. Груша предоставлена той же самой компанией Body & Care, и все еще до сих пор вы можете это взять. Ссылка на все эти предметы будет в описании под видео. Кому интересно, пройдете, посмотрите поподробнее. Благодаря Геннадию Белову я смогу сегодня вам показать очень интересный продукт. Я один раз им уже побрился, мне очень понравилось, сегодня хочу повторить. Это мыло Litour, компания Litour под названием Oregon, производится англичанами. Стоимость у них там в районе 18 фунтов стерлингов. Это не твердое мыло, но и не крем. Да, он слегонца такой, смотрите, поминается, но тем не менее, если вы, допустим, захотите сравнить его с кремом, но это все-таки, наверное, будет натяжкой. Давайте маленький такой децл возьмем. Вот так вот чуть-чуть. Так, опа. Я думаю, нам с вами этого и хватит. Так, видите, все в дом, все в кассу. Заранее размажу его по дондышку. Ну все. А теперь, наверное, что? А теперь, наверное, давайте чуть-чуть водички сюда капнем, чтобы у нас мыло, пока мы с вами тут разговариваем, пришло в нужную кондицию. Ну и все, убираем это до поры до времени, скоро нам это понадобится. Эта бритва у меня появилась на канале благодаря Андрею Левченко. Я специально ему сделал заказ. Прошло достаточно, ну, не так уж и много, там 2-3 месяца. И все-таки за 2-3 месяца сумел он найти для меня эту бритву. Чехол. А, да, бритва Труд из поселка Вача. Производство с 1948 года, как раз послевоенное. Это как раз те бритвы, подозрения на которые, что они, возможно, могли быть сделаны из тех шашек, которые переплавливали после буденовцев. Так вот, я почему еще до сих пор не достал чехол. Чехол, насколько я понял, со слов Андрея, не оригинальный, но с того времени. А возможно, даже еще и оригинальный. Я вот что-то вот не помню этот момент. Но вся атрибутика, все вот те вот вещи, ну они прям, посмотрите, ну прям указывают на то время. Итак, сама бритва. Тут все оригинальное. Андрей ничего не менял. Посмотрите, в каком состоянии. Год. Ну и сама красотка, конечно.
Давно я ее хотел, давно я ее ждал. Ну вот этой красотой сегодня и побреемся. Все, пошли бриться. Итак, прежде чем мы пойдем на компрессные процедуры, ну то есть себя откомпрессим, сейчас, наверное, все-таки пену наведу, полностью отжимаю помазок, так, без фанатизма, он уже за это время хорошо намок, и пошли сбивать пену. Почему полностью? Для новичков. В чаше у нас уже была какая-то вода, и если бы мы еще и водяной помазок туда впендюрили, то был бы великий шанс, что мы переберем с водой. То есть воды будет больше, чем мыло, и нам придется больше работать, чтобы эту воду выработать, чтобы избежать переувлажненной пены. А если его отжать, то всю ту воду, которая уже есть в чаше, помазок питает, мы ее выработаем, а потом, если вдруг нам этой воды не будет хватать, мы ее по мере необходимости будем добавлять. Чашу не показываю, это мы просто игрались на 3D принтере, ну вот доигрались. Так, да, так быстрее. Ну, помазок хорош, что говорить. Для тех людей, которые бреются ежедневно, ну, я не знаю. Это, наверное, было бы все-таки чрезмерно. Для тех людей, которые бреются раз, два, в три дня, ну, тут уже да. Особенно, если у человека обычная кожа и жесткая щетина. А вот для тех, кто бреется там раз, в три, четыре, пять, шесть, семь дней, это один из хороших вариантов. Если у человека жесткая щетина и нежная кожа, тут, ребята, подумайте. Потому что помазок на самом деле не мягкий, нифига. Он будет вам хорошо все массировать. И тут уже смотрите. Но с другой стороны, если вы с такой кожей, с такой щетиной бреетесь 5-7 дней раз, вам что, неужто не выдержит даже жесткий помазок? Да выдержит, все нормально будет. Поэтому при нынешней стоимости, ну там разбег цен где-то от 1200 до пары косарей. Ну там, где ценник стоит 1200, не верю, что они есть. Это, скорее всего, старая цена, давно не обновляли, и захотите купить, там не будет нифига. Хотя, проверьте, может быть, еще есть. А вот те, которые ближе к 2000, да, тут уже, скорее всего, это реально. Несмотря на все это, в самой Италии он не такой уж и дорогой, там что-то в пределах 10 евро, 10-12 евро. Раньше, во времена онные, можно было еще дешевле взять. Вот, прошло совсем немного времени, необходимого мы с вами достигли. Посмотрите, у нас бодрые пики, легкие вкрапления воздуха я все еще вижу. Но я думаю, мы их с вами на фейсе и выровняем. Так, все, топерича компресс. Хорошо. С чаши ничего не беру, сразу же с помазка и в путь. Чем еще хорош этот помазок? Он большой. Если вы обладатель счастливый крупного фейса, если у вас или вы любите, когда чего-то много, ну вот есть такие люди, сам вроде обычный с виду, а вот любишь, чтобы все было много и богато. Так вот, этот помазок способен вам обеспечить много и богато. Объем при массаже держит вполне себе. Если вы возьмете новый и во время работы вам начнет колоть шею, ребят, не паникуйте. Это специфика, особенность всех кабанов. Пока он у вас новый, он так и будет делать. До тех самых пор,
пока вы не доведете его до такого состояния, что кончики у него начнут сечься, и когда вы так посмотрите, увидите, что там уже раздвояется, может даже расстрояется, иногда даже расчетверяется, иначе как фиалочки в разные стороны. Вот это значит, у вас кончики начались сечься, и помазок достиг нужной кондиции. Тогда он станет значительно мягче. И будет вам хорошо. Ну, собственно, наверное, уже и все, да? Обратите внимание на фактуру. То, что надо. Так, все хорошо. Убираем. Ну что, вздрогнули. Красотулечка, симпатюлечка. Видите, когда по жаре рукава за банки цепляются, будет неприятно. Так. Еще одна особенность хорошо выточенной бритвы. Если вдруг вы все-таки порежетесь, в этот момент бритва обозначит это, знаете, как укол, так тынц, и вы сразу поймете, и вы тогда у вас будет пища для информации, для размышления, что в этот момент вы сделали не так, почему это произошло. Ну, как следствие, вы принимаете необходимые меры, в следующий раз этого не делаете. Вот и все. В идеале, если ваша бритва всегда будет находиться не перпендикулярно движению, а под углом, и в идеале, если любое движение бритвы не будет обходиться без натяга вашей кожи, то есть пальцы всегда за обушком, если так, то вот так, понимаете, не вот, ну так, я не знаю, но вот так вот, вот это идеал. И перед бритвой никто не натягивает, понимаете? Но это на словах. Потому что на деле с первого раза, да и со второго, и с пятого тоже. Хрен у вас так все получится. Потому что нужно нарабатывать моторику. Нужно привыкать. Нужно
постепенно складывать все эти кубики Рубика, которые у вас есть. И как только у вас вся мозаика сложится, да вы сами не заметите, как у вас бритва начнет летать. Но тут попандос номер два будет. Это как у водителей. Вот он научился ездить, права получил, водить. Год-два проходит, а первые разы-то грузовик сзади, что мне делать? Потом, естественно, вы привыкаете. Вот. Первые 2-3 года после того, как вы права получили, особенно их завершающая часть, вот в конце 2-3 года, может даже первого у кого-то, самая такая аварийно опасная. У вас начинает сносить крышу, корона вырастает, а тут вдруг откуда ни возьмись, пизды кляля. Кто виноват? Сам виноват. То же самое и с бритвой. Всегда нужно быть осторожным и всегда нужно проявлять уважение и понимание. И за это вам будет хорошо. Так, поехали. Так, по-хорошему я, наверное, сейчас делаю, как я последний раз делал. Вот так вот. Это тот самый элемент, который я еще не нашел, куда его воткнуть. Ни на втором, ни на третьем проходе он не в кассу. Ну, не получается, чтобы в кассу, знаете, чтобы все было воедино. Поэтому сам для себя решил, что вот сейчас пока буду делать на втором проходе. Раньше делал на третьем. Но потом все равно приходится домыливать, и все равно еще приходится проходить заново. Это, наверное, все-таки единственный способ, которым я нашел, как убирать ту прелесть, которая у меня вот тут вот так вот растет. По-другому, к сожалению, да, можно, но эффективность будет уже не та. Грубо говоря, это полуторный проход. Ой, мама дорогая, весь угвоздался. Да, знаю. Опытные пользователи знают то правило, что вот эта часть оставляют всегда на потом, якобы единственная мотивация, другая я не знаю, что пока ты там, а здесь еще покушай, это вам легче потом будет бриться. Ребят, разница между тем, что вот я здесь оставил, здесь побрил, потом сюда вернулся и убрал сразу, ну, 20-30 секунд. Я не думаю, что это настолько значимые величины, чтобы как-то там, знаете, следовать этому правилу. Поэтому сам для себя я решил, что буду делать так, как удобнее. Вот мне сейчас так удобнее. Хотя это не по классике. По классике это оставляем на после.
Еще один момент, не по классике. Вот эта часть практически никем не проходится вот этим вот движением. Почему? Там много нюансов. Будет зависеть и от вашего facing configuration. Возможно, у вас там такая же впадина, как у меня. Видите, нижнюю губу раскатал, и здесь получается загиб. И как бы ты ни выпрямлял, подбородок все равно это выпирает, и трудно создать ровную линию. Это не касается сформированных товарищей. Там хоть выгибай, хоть не выгибай, у меня тут всегда прямая. Он раз прошел, и все, тем можно, да. Но и то они не всегда делают. И еще зависит от бритвы. Если у вас, допустим, вот это как вот французский, да? Французский носик называется. Если у вас такая, один из моих любимых, вы это можете делать легко. А бывают и другие окончания. И поэтому вот не всегда. А вот здесь вот так вот. Поэтому да. Ну вы поняли. Ну что ж, сейчас будет просто тупо зачистка. Сейчас будем находить и обезвреживать. На своем лице, да, кстати, брился только с помазка в чаш, смотрите сколько, дофига. Поэтому обошлись вполне себе. На своем лице вы наверняка сами со временем будете уже определяться, где у вас там что находить и где что обезвреживать, поэтому тут особых проблем я никаких не вижу. Бывают места, достаточно опасные, и когда у вас движение вперед, ну, если вы в нем не уверены, а пройти вам там надо, я тогда помогаю себе кожей, вот это. Это то же самое, что виски равняешь, вот ставишь так вот. У меня рука еще не набита, нет той твердости, которая нужна была бы. Если я просто зафиксирую руку жестко, уж на этой твердости хватает, то вот такими движениями гораздо легче контролировать те действия, которые ты хотел бы получить по итогу. Вот. Понимаете? Вот, все, побрился, жив, здоров, пара коцок, да? Ой, мыло, конечно, да. Тут дофига на лице остается. Можно спокойно проходить. Компресс и автошейф. Ой, хорошо. Ну, прям вообще, как у нас мама говорила, царство небесное. Ну, так вот. Интриган,
Интриган Эпсилон под номером 2. Почему Интриган? Да потому что, на мой взгляд, по цвету он мало чем отличается от Эпсилон номер 3. И, честно сказать, я даже еще третий не смотрел, чем он там и как. И второй-то мимоходом пробежал, но все-таки второй интригует. Интригует описанием своих ароматов. Я сильно в них не вдавался. Все равно сейчас вначале попробую. Но разложить по полочкам, мне вот самое лучшее описание, наверное, понравилось на сайте Man207. Несмотря на то, что на сайте Бритва 161 самый недорогой, там, по-моему, 1200 где-то получается. Кстати, все, ребята время от времени спрашивают, что это там за Бритва 161, что это такое, там нормальный, ненормальный, можно доверять. Ребят, это нормальный сайт, вполне себе. Просто ввиду своих особенностей у человека там все несколько дешевле. Это не реклама. Я сколько раз общался с этим человеком, я ни разу лжи, обмана, подставы, кривотолков, искаженной информации я от этого человека не слышал. И ребята, которые там покупали, ну, ни разу не было такого, что «а, вот там, вот что-то там». Ничего такого не было. Так вот, все, описание там все-таки подкачало. Описание с 207. Лосьон после бритья Эпсилон, Scottish Spirit, с неописуемым ощущением всплеска, которое наполняет ежедневное бритье воспоминаниями. Аромат Scottish Spirit основан на аутентичной шотландской эссенции. Не хватает что того самого виски, который стоит в дубовых бочках, там бла-бла-бла, ля-ля-та-паля, вот этого вот нет, к сожалению. Его базовые ноты – пачули, сандаловое дерево и легкий дымный, а, вот все-таки дымный появился, аромат. Перенесут вас, сразу видно, что тупой перевод с английского. Перенесут вас в сердце. Да не может он сердце перенести, потому что средние, дальше идут средние ноты, как правило, их еще называют нотами сердца, никаких переносов нет. Так вот, средние ноты. Корица, анис с завершающим древесным ароматом со смесью гвоздики, петегрина, лимона и кипариса. Ну, как бы, если вот так вот смотреть, то там все то, что, в принципе-то, я люблю. Мне нравится. Особенно, где дым, где вискарь, ну, и где всякие сандаловые деревяшки там. Да вообще просто деревяшки, это мое. Может, я сам по пояс деревянный, фиг его знает, но когда пахнет деревом, свежестью, аква, ничем не прикрытая, меня просто с коньков сбивает, с панталыку, с панталыку. Поехали, посмотрим, что там будет. Неужели на самом деле сандал и трубка мира, Scottish Spirit? Чем мне еще нравятся вот эти вот пилевилизаторы, помимо совершенно очевидного закоса под старину, ну, знаете, когда там парикмахеры там вокруг вас с грушей там пим-пим-пим-пим бегали, так это еще за то, что здесь просто вот так вот себя всего отдаешь. Когда ты одеколонишься руками, ну, у тебя никогда не хватит ума там, я не знаю, там лицо как-то протереть или еще что-то, потому что знаешь, что это чревато. А здесь же тын-тын-тын-тын, даже на глаза иногда прилетает, то есть в прямом смысле на пошарам. И тебе за это ничего не бывает. То есть нормально, хорошо. Но и тот объем, который ты выплескиваешь, он значительно меньше. Если бы ты постарался сделать то же самое, но руками. То есть вот взять его так и вот так все лицо умыть, у тебя руками уйдет гораздо больше, чем ты можешь делать с этой брызгалки. То есть хорошая штука. Не обманули. Могу сказать сразу. Дерево хорошее. Ой, мама дорогая. Трудно, трудно сказать, потому что когда вот чувствуешь этот вот аромат, для меня лично восторг. Восторг перед глазами тоже. И перед глазами почему-то все время одна и та же картинка маячит. Коричневый. Коричневый во всех своих вариациях, наверное, от янтарного
до темно-ядрено-коричневого. Не черного, а просто темно-ядрено-коричневого. Дымка как такового я здесь не чувствую, но есть примесь каких-то травок, каких-то специй, каких-то нот, которые вот это вот и позволяют преобразовать от янтарного до темно-коричневого. И перед глазами та самая картина, которая вот никак не уходит. Это ты в какой-то старой комнате, не в смысле, что там развалюха какая-то там пернешь, ой, извиняюсь, плюнешь, и она развалится, нет. А комната, которая отделана деревом от пола до потолка, кругом дерево. Это деревянный наборный пол, деревянная мебель, никаких тебе диванов, а все те предметы, на которых ты мог бы посидеть, они просто тоже сделаны из дерева. И вот это все, деревянные панели, деревянный пол, деревянная комната, все это до самого потолка, а вот это светло-коричневое, янтарное, оно, наверное, все же появляется больше от тех светильников, которые располагаются по краям, и ты сидишь в этой комнате, и ты просто реально балдеешь, потому что это запах времени. Липкость на лице уже есть, значит, скоро совсем это высохнет и совсем уже растворится. К алкогольной тематике, типа этот вискарь там или еще что-то, привязывать бы не стал ни в коем случае совершенно. Но это дорогой запах, дорогой. Это трудно объяснить, но легко понять, потому что когда вы чувствуете запах кожи, вы его идентифицируете на раз-два, потому что так как пахнет кожа, никак не пахнет больше ничего. Но если вам скажут запах кожи и запах дорогой кожи, вы всегда поймете, о чем речь, потому что вы знаете, что это такое. Вы не знаете, как это описать, но вы знаете, что это такое. Просто запах кожи. Вот ты взял свой ремень, вытащил, да, запах кожи. Ты взял свои перчатки, там ощутил их аромат, да, это тоже запах кожи. Взял портупею. Тоже запах кожи. Но когда ты садишься в дорогой автомобиль, у которого салон из кожи, и ты чувствуешь этот аромат, ты тогда можешь сказать запах дорогой кожи. Вернее, дорогой запах кожи. Что вы меня запутали? Запах дорогой кожи. Вот, вот. И тебя люди тоже поймут. Вот так вот этот вот дорогой запах дерева. И, наверное, все-таки на этих столах и бутылка стоит, и стоят вот эти пузатые бокалы, в которых уже что-то налито, и в них от тех светильников отражается, и ты в них видишь вот этот вот, вот прям, ну прям да, да. Хорошо. Липкость уже практически вся ушла. Ребят, это не запах для лета. Это запах, скорее всего, для весны, для осени, для зимы. В качестве летнего антуража он вам ни в коем случае не подойдет. Но если вы любите что-то серьезное, что-то основательное и дорогое по запаху, то это один из вариантов, который вы могли бы использовать. Потому что на самом деле это очень приятный запах. Не стал бы советовать этот запах тем людям, которые любят что-то, знаете, такое игристое, лазурное, акватические темы. Вот потому что это диаметрально противоположно. Это не тяжелый запах, который вас будет давить. Это будет тот самый запах, насыщенный, концентрированный, который вас будет звать и показывать, что да, действительно есть еще такое, что да, действительно возможны такие вот вещи. В качестве повседневного, чтобы я его каждый день брызгал, допустим, как тот же самый Mediterranean, я бы его для себя не назвал. Но что это? Но то, что это эксклюзивный запах, то, что это запах для тех, кто знает и кто понимает, это совершенно однозначно. Это очень интересный запах. Пока вот из всех тех линеек, которые вот мы с вами уже попробовали предметов, после Mediterranean я бы его поставил, наверное, все-таки на второе место. Палитра уже начала растворяться, раскладываться на составляющие. Ух, интересно, интересно. Для любителей, ну, старины это, наверное, будет слишком грубо сказано, для любителей чего-то интригующего и основательного. Вот это не просто дерево, это вот действительно как вот пропитанное, может быть, и алкоголем, может быть, и временем дерево. Это все равно, что вы смотрите, допустим,
на стол, у которого вместо древесины вот эта вот вверху текстура какая-то, знаете, как вот типа вот, ну не дранки, а как это называется, там тонкий срез. И смотрите, допустим, на настоящий стол, где нет никакой вот этой вот сверху шпатлевки, а есть просто древесина, которая отполирована и залакирована. Вот так это отличается. Что вам больше нравится? Обыкновенный стол ДСП с текстурой поверху или настоящий дубовый, кленовый или, допустим, сандаловый стол, отполированный временем и пропитанный временем? Ну, каждый решает сам. Но это на самом деле, да, это на самом деле интересно. Интересно. И уже потихонечку начинает уходить. Хорошая, интересная, замечательная вещь по цене на сегодняшний день от 1200 до почти 4000. Но если учитывать доставку, ну, как минимум 200-300-400 рублей. То есть на сегодняшний день все это можно приобрести в Body & Care. Я вам сейчас скажу, за сколько. За 1700 минус доставка. Там 1300-1500-1200 флакон. Да, это нормально, это вообще хорошо. Впрочем, если вы сразу начнете брать много вещей, допустим, тот же самый лосьон, тот же самый пульверизатор, возможно, там до-после бритья что-то еще, но вы сэкономите приличную сумму. Один из вариантов, но летом я бы его использовать не стал. Для лета, мне кажется, он все-таки в унисон будет работать. Это ближе весна, осень, зима, перед камином, там, с трубочкой чего-нибудь там. А что, вполне себе. Мыло. Еще раз спасибо Геннадию Белову. Мыло на самом деле шикарное. Просто шикарное. Оно работает, ну, как должно работать, как здрасте. Нет такого, что вот, а как это, а как то, а вот тут я перебздил, а тут недобздил, а тут не долил, тут перелил. Нет. Было легкое ощущение, что на третьем проходе оно начинает чуть-чуть подсыхать и нужно добавить влаги. Я просто взял помазок, окунул в водичку, провел, и мне на все в принципе-то хватило. После словия, то есть после того, как вы убрали всю пену, у вас на лице столько всего еще остается, что ты невольно начинаешь думать, что да, после, в принципе, тут в мыле есть какие-то еще и уходовые вещи. То есть все равно, кстати, высох уже совсем. Что-то с уходовыми здесь тоже связано. То есть скольжение, постскольжение, фактура, внешний вид пены. Ну, на мой взгляд, тут все полностью соответствует. К сожалению, по нынешним временам мыло за 18 фунтов стерлингов трудно рекомендовать, потому что стоимость-то, ну, не копеечная. Но если вдруг с какой-то оказией у вас получится взять мыло этой фирмы, я думаю, вы ни капли не пожалеете. Вам останется разобраться только с ароматикой. Потому что на сегодняшний день компания выпускает три варианта. Этот вариант, который называется, еще раз скажу, Орион, Орион. Я категорически за этот вариант. На мой взгляд, я даже в палитру не буду смотреть, хотя я вам сейчас здесь приведу. Там наверняка много всего написано. Здесь очень хорошее мыло. Не запах чего-то, а вот именно запах мыла. Ой, он приятен. Он хорош. К сожалению, после второго эпсилона я сейчас какие-то тонкости, нюансы уже с трудом смог бы уловить. Но запах мыла я улавливаю элементарно. Ватсон. Хорошее, хорошее, замечательное мыло. Если у вас будет возможность попробовать, познакомиться с этой продукцией, ребята, не пренебрегайте. Это хорошая вещь. Ну, а что за помазок? За него уже столько говорено, переговорено, что, наверное, даже останавливаться на этом не будем. Как, впрочем, и о бритвах советской эпохи. То есть бритвы, начиная с 40-х и заканчивая серединой 60-х годов, если у вас есть возможность приобрести бритву в хорошем состоянии, ребята, просто берите, просто брейтесь, потому что это годный, замечательный инструмент. Тот инструмент, который, с моей точки зрения, исключает полностью все поползновения в сторону буржуев. А вот я там, вот там, лучше, там лучше. Это одна из тех бритв, которые я мог бы оставить просто одну и просто бриться. Это если судить по бритью. Не по ручке, не по внешнему виду, не по каким-либо другим критериям, а просто как утилитарно, как по инструменту. Вот смог бы я этим всю жизнь пробриться? Да, конечно, да. И горе бы не знал. Но у всех людей есть хочухи. А, Иванов, ты ничего не понимаешь, там вот такая сталь, там вот, там фирма, там имя, там... Как это еще называется, как это есть по-русски?
популярная, как это, как всемирно известная, там что-то. Ребята, если вы будете хотите бриться всемирной известностью, да кто же вам запретит? Ну, брейтесь, пожалуйста. В моих глазах это тоже всемирно известная. Труд Вача. Великолепная, чудесная бритва. 48-го года выпуска. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. И если вы на Озоне или на Валберес увидели, что товара нет в наличии, не тужите, не переживайте. Не сегодня, а завтра он обязательно появится. Вот за это давайте и попрощаемся. Ну все, пока-пока. До новых встреч.